Я, в принципе, здесь на проекте практически 2 года, то есть с нуля мне начинать не придется. Команда, сформированная Егором Александровичем, остается. Просто я становлюсь ее главу команды. Есть ряд проектов, мы сосредоточимся в первую очередь именно на развитии комфортных условий пребывания. Есть интерес коммерческих организаций к нам приходит. Мы смотрим на их проекты и предлагаем им принять участие в жизни нашего города. Если говорить, ну, скажем так, из того, что сейчас актуально, есть желание и задача сделать кафе, есть у нас предложение, хотят ребята открывать, и некоторые другие сервисы, таких ателье, химчистка и так далее, для того, чтобы люди уже в городе как можно меньше для таких вот вещей ездили, например, в Казань. Руслан Шагалиев в проекте уже, можно сказать, не первый год практически, да? Важно отметить, что человек вырос, растет в духе развития этого проекта. Он долгие годы работал в технологической компании, в одном из флагманов отрасли инфокоммуникационных технологий. Компания «Йота» обладает опытом эксплуатации инфраструктуры, обладает опытом эксплуатации города Иннополис, выполнял функции заместителя руководителя исполкома города Иннополис. Поэтому хозяйство знакомо, содержательная часть города знакома, дух и настрой команды, надеюсь, будет поддержан, как преемственность на благо жителей будет работать. Этот год – это такая определенная веха, когда Иннополис из этапа проекта, когда мы все называли проект Иннополис, переходит в этап уже устойчивого развития не проекта, а города Иннополис. И та команда, которая сформирована вот с этим этапом, она с успехом, я уверен, справится. Поэтому в этом плане ухожу с легким сердцем. Рад, что жители поддержали преемственность. Это значит, что та команда, которую мы здесь строили, значит, что та философия. Философия, в первую очередь, наверное, такое слово, оно не очень часто используется руководителями городов. Но для IT-города, для той экосистемы, которую мы здесь создаем, той экосистемы, которая должна притягивать действительно крутых IT-специалистов со всей страны, а может быть возвращать их из рубежа, представителей креативного класса, вот это слово философия и построенные вокруг нее процессы, это очень важно. Я знаю, что эта команда, она продолжит работать в этом же направлении.